Теперь мы будем платить реальные деньги за реальную информацию, способствующую поимке пьяной твари. Мы тяжело переживаем утрату, когда погибают наши близкие люди. Но когда это происходит по вине пьяных уродов, помимо скорби, нас переполняют чувства ненависти и злобы к этим тварям. Как можно принять такую несправедливость? Особенно, когда это животное, севшее за руль пьяным, считает, что ему все дозволено и мнит себя выше закона. Я начальник. Чего начальник? Начальник чего? Я начальник... Начальник машины. Начальник. Какой? Начальник машины Хирова армии. Пришло время справедливости. Мы обеспечим пьяным тварям неотвратимость наказания. Мы открываем полномасштабную охоту, дорогие звездные алкаши. Обращаюсь ко всем нашим подписчикам, друзьям и просто неравнодушным гражданам. И даже к тем, кто непозитивно относится к нам в силу личных обстоятельств. В связи с участившимися случаями пьяных ДТП в Воронеже, мы объявляем войну пьянству за рулем. Если такой водитель имеет какую-либо власть и думает, что он отличается от нас с вами, что власть способна вести двойную жизнь, нагло прикрываясь маской справедливости, то мы сбросим такую маску. Они живут так и считают, что им все дозволено, и никакой ответственности они не понесут. Воронежский инспектор ГИБДД лишился водительских прав за нетрезвое вождение. Теперь мы будем платить реальные деньги за реальную информацию, способствующую поимке пьяной твари. Мы гарантируем полную анонимность информатору. Результат – пойманный, оформленный и уволенный с позором алкаш за рулем. Информацию будем принимать по любым гражданам, независимо от его положения в обществе или в структуре государства. Настало время неотвратимости наказания. Более точную информацию об условиях и о вознаграждении за информацию о пьяном водителе вы можете получить, позвонив на телефон горячей линии «Дорожный контроль» плюс 7 960 100 0034. Информатору гарантируется полная анонимность. Вот держит меня за руку. Он шел по улице, что не так, я не пойму. Уважаемый, надо отвечать за свои поступки. За какие поступки? В чем он накосячил? В чем он накосячил? В чем он накосячил? Ответ за эти действия. Чтобы быть в курсе всех наших событий, подпишись на наш YouTube-канал и на наш паблик ВКонтакте по ссылке в описании. Друзья, если вы поддерживаете наши цели, распространите этот ролик среди ваших друзей. Вместе мы сила.